всем. Сегодня находимся в городе Южноуральск, вот школа номер 4. Сегодня будем рисовать самую крутую картину в мировом искусстве. Картину Ван Гога «Звездная ночь». Она вообще квадратного формата, поэтому я решил расположить ее вот просто вот на самой чистой ровной части фасада. А там, где уже дробленные всякими объектами, окнами, дверями, просто буду делать текстуру. Почти неделю назад мы загрунтовали и сразу же разметились. Просто была там, ну, другая работа. Решили как бы сделать паузу. Сегодня приступаю к раскраске, буду рассказывать, как это делается. Все, вот мы тут с директором школы, с Андреем Николаевичем. Скажите напутственные какие слова нам для работы. Ну, мы хотим, чтобы картина получилась яркая, красочная, потому что... Чуть посветлее, чем она идет в оригинале. Нашим учителям понравилась идея, ребята одобрили. Желаем удачи! Ну вот для данного типа рисунка, то есть Ван Гог рисовал такими мазками, короче, рисовал. Для этого я буду использовать широкий краскопульт, средний краскопульт и более тонкий русского производства. Вот, также подобрал разные оттенки краски. Ну, здесь у нас в данном случае это остатки с другого заказа. В машине новые. Вот использую вот такую фасадную краску. Вот такую и вот такую. Здесь у нас специально пустые ведра для разбавления оттенков. Буду оттенки внутри разбавлять. Но основные цвета это у нас получается синий. Насыщенно синий. Вот, вот такой. И темно-синий. А также чуть-чуть черного буду делать, добавлять, чтобы как бы успокоить цвет и сделать более темным. Вот. Остальное уже буду делать баллончиками. Основное буду пшикать краскопультами. А звезды буду делать баллончиком и немножко напылять краскопультом. Вот. И уже по ходу буду решать, как делать вот это. Это как бы дерево, типа, с таким как бы с формой замка какого-то. Вот. Ну, в общем, по ходу будем решать, как делать картину великого художника Ван Гога. Очень много мазков. Получается, соответственно, будет очень много каплей вниз, как бы, лететь. Поэтому обязательно надо сверху вниз сделать. Смотрим на оригинал. Смотрим на наш фон. Получается, сейчас заряжу в краскопульт темно-синий и сразу светло-синий, чтобы потренироваться сверху, чтобы следующий спуск уже посмотреть, что получается. Я постоянно оставляю банки, не выкидываю их, для того, чтобы разбавлять цвет. В них удобно. Сейчас сделаю небольшой замес тестовый. Сразу вот так убираю перчаткой. Ну, я знаю, что у меня вся рука в любом случае будет в краске. Просто убираем сразу красочку. Вот. Есть еще другой лайфхак. Это заклеивать скотчем получается. Вот смотрите, я скотчем заклеил банку. И как бы потом я могу вот просто его отклеить. И остается более-менее чистый вот этот край. Вон, вот такой вот лайфхак. Зря отклеил, конечно. Сейчас все равно сливать. Вон, добавляю 5% воды. Проверяю густоту, нормально, идеально, похоже, ну, на правду. Пленку застелил, чтобы как бы наливать смело. А то обычно строители делают вот работу, вот, например. Тут что-то делали, отмостку или что-то штукатурили, и в итоге весь асфальт вокруг в пятна. Как бы мы стараемся так не делать. Так, ну вот, второй замес краски делаю. В голубую, в родную, фоновую. Добавляю белый цвет. По густоте тоже устраивает. Ну все, все-таки так как вышка стоит ближе к тому углу,
Начну с момента вот рядом с луной. Как раз здесь попробуем все. Слышно меня? Сейчас я примерно определю свое местоположение. Сразу делаю вот такими мазками, как будто крупные мазки краски. Ну все, в общем, вот поделал синим. Я даже еще не вижу результат издалека. Сейчас сразу сделаю несколько экспериментальных мазков светло-голубым и спущусь вниз и посмотрю результат. Делаю это широким краскопультом, потому что у нас второй тонкий засорился. Просто делаю это на медленной скорости, тут у него две скорости. В общем, я как принял для себя решение делать. Я буду делать темно-синим, напылять, ну, делать крупные мазки, потом напылять буду. И уже светло-голубым тоже буду делать крупные мазки и немножко напылять. Таким образом у нас где-то 6 оттенков синего получится. В принципе, думаю, нормально. Сейчас голубой подсохнет полностью, я пойму, какой он по интенсивности. Ну, мне кажется, он светловат. Надо, короче, еще какой-то промежуточный цвет. Вот. Ну и все, в общем, вот так. То есть после данного эксперимента я сразу пройдусь темно-синим полностью везде. И потом уже буду делать вторым цветом, более светлым. А я здесь училась, в 4-й школе, сейчас в Челябинск переехала. А-а-а. Вы, то есть, студентка уже, что ли? Нет, я там в школе тоже училась. Да. Понял, в какую школу? 153-я. Это где находится? Это в центральном районе, недалеко от Белого рынка. А, 153-я, которая, все, понял, она же вся разрисованная тоже, да, там? Вроде да, там какие-то граффити тоже были. Ну, вот как относишься к творчеству Ван Гога? Очень красивая картина у него, мне нравится то, что он мазками рисует. А, понял, красиво. Спасибо. Когда увидел, что рисуется, понял, что это Ван Гог или не сразу понял? Да, я это понял, только я забыл, кто рисовал и картину, как называется. Он понял, что это. А какой из великих художников твой самый любимый? Наверное, Шишкин. А, да. Тебе реализм нравится, как бы, да, пейзажи? Делаю мазками и напылениями. Следующий оттенок решил подобрать более темный, чем тот светло-голубой. Как бы будем делать, работаем. Ну вот решил как бы это не спускаться, у меня кончился темно-синий. Решил поделать светло-голубым по низу чисто, тут точно будет светлое все. Давай дальше. Посмотрел, вроде вырисовывается картинка, сделал уже основные элементы. Сейчас я понял для себя, что нужен между вот светло-голубым и темно-синим еще какой-то оттенок. Ну и чтобы он отличался от фонового оттенка, то есть я добавлю сейчас. И сразу полностью сделаю луну, чтобы понять, ну, уже получить настроение. И уже просто пойду по шаблону и буду делать все остальное. То есть у нас всегда в больших муралах тренируемся, делаем один участок, и уже потом берем массы и все делаем сразу. Тут также потренировался вокруг луны, сделал весь фон. Сейчас сделаю луну, и также все звезды остальные сделают. И таким образом мы как бы ускоряем процесс, как бы, ну, не медитируем над этим, ну, над философией рисунка, как бы просто как бы прагматично как бы подходишь к вопросу и делаешь его. Задача сделать максимально похожую репродукцию. Ну вот, решил сделать все-таки часть луны краскопультом. Заряжу сюда такой белый с желтоватым оттенком. И сразу говорю, вот поэтому у нас вот третий краскопульт я и взял.
Это чтобы не перемешивать голубые оттенки с желтыми, иначе у нас получится зеленый цвет. А как бы, ну, нам не хочется вот этого добиться, чтобы зеленоватое было, ну, в небе. То есть надо отделить желтый от синего. Если он перемешается чуть-чуть в баночке, то у него создастся такой оттеночек. То есть желтый с синим перемешивается, получается зеленый. Поэтому используем разные баночки, разные краскопульты для желтых оттенков. Ну вот я решил, просто уже не удержался, баллончиком поделать, чтобы добавить желтый цвет. Немножко не по технологии сделал, то что надо было сначала фон сделать, только потом уже баллончиком пшикать. Ну вот решил сразу луну закрасить. Крашу артоном. Для таких целей это уж точно надо фаткэп. Вот стандартный от Монтаны взял, завалялся в кармане. Вот так. Ну да, по-хорошему тут вообще все Монтаной надо было вот этими кэпами сделать. Некоторые элементики делаю баллоном. Так, чтобы просто создать уже настроение, эффект мазка. Ну и вот сразу же хорошо, когда много краскопультов, уже все заряжено. Сейчас проверим. Нормальный желтый цвет у нас получился. Но я знаю, что он ярче, чем нужно. Сейчас им напылю, потом баллоном поверх высветлю. Все, попробовали сделать луну и звезды, вошел во вкус. Сейчас я хочу за один подход сделать абсолютно все звезды, которые вот по эту сторону дерева получается, и чуть-чуть подсветлить вот эти моменты, ну, чтобы настроение придало уже. Вот, а дальше будем уже по ситуации уже разгоняться. Вроде погода позволяет, ветерок, но там я вижу, какие-то тучи надвигаются жесткие. Это, конечно, печально. Вот решил закрасить уже, ну, горизонт, линию горизонта, чтобы уже началась собираться картинка. Пока не стал там доделывать вверху детали, просто решил здесь поработать чуть-чуть. Так, чтобы перевести внимание, потом вернуться и уже исправить все недочеты. Ну все, приступаю к раскраске кипариса. То есть сделал уже весь фонец, еще издалека не смотрел. Сейчас будем делать уже вот передний план. Все, тут размечаю детали, которые ночью не смог разметить из-за препятствий всяких на пути проектора стояли. Сейчас доразмечу и буду вот затемнять вот здесь все, потом разными оттеночками высветлять. Средний план решил поделать баллончиками, чтобы ускорить процесс, потому что
Но я рассчитывал сделать эту картину за 3 дня. В принципе, как бы вот, укладывается в график. Здесь напыляю различные оттенки. Все делаю с фэткэпа, чтобы как бы, ну, крупный мазок получился, как будто кистью. Ну и все, и как бы игра цвета, напылений. То есть у него на холсте же все перемешивалось, краска друг с другом. Я примерно так и делаю. Серый напыляю с какими-то зелеными оттенками. Собственно, в этом и вся фишка Ван Гога. Это неповторимый стиль, вот это перемешивание цветов вот этих. Вот, делаю блички на деревьях. Уже вообще вошел во вкус. В принципе, всегда так и происходит. Только к концу дня ты уже входишь во вкус, а уже надо ехать. Пока так сделаю, может, потемнее потребуется. Нам чуть-чуть пораньше надо сегодня освободиться. Это все, что я успел сделать вот за... со скольки получается? С 12 до 7 вечера. Завтра уже сниму кадр готовой работы. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал.